Во-первых, вял текущая шизофрения современных конфликтов можно назвать спокойно и Третьей мировой. Второе, реакция американцев, судя по реакции американцев и тех контактов, которые существуют между Вашингтоном и Тегераном, ущерб, который был нанесен американскому консульству, минимальный. Это не ответ к Америке. Дело в том, что в Эрбиле разные представительства имеют место. Я напомню, что на территории иракского Курдистана находятся 3 турецких военных базы, которые руководство Багдада никак не может выставить оттуда. Это просто попытка медиа раскрутки, достаточно, ну, такая, прям скажем, однодневка, даже как это, одночасовка, условно говоря. Я считаю, что в данном случае иранцы ведут себя достаточно аккуратно, вооружение у них точное, и они троллят американцев, но действительно они не ударяют по американским объектам сами. И при этом заявляют, что проиранские силы, или как они называют, ось сопротивления, мы своим союзникам или симпатизантам, в отличие от вас, приказов не отдаем. Они действуют по собственному усмотрению. Что касается так называемого Зангезурского коридора, Израиль, несмотря на то, что имеет дефицит вооружений и свои проблемы, естественно, сейчас и получает вооружение от Соединенных Штатов, тем не менее регулярно отправляет вооружение в Азербайджан, что означает, что это война, или вернее инициация боевых действий со стороны Азербайджана, выгодно Израиль. На это надеются, как я понимаю. Пойдет ли на это Ильхам Алиев, честно говоря, большой вопрос.